Идеи всегда есть. Ну, взять сейчас спорт, например. Это же такая очень крутая идея. Ничего нового, но спорт сейчас на другом уровне, совершенно другом уровне. И мировой спорт, и наш спорт. Такая общенациональное такое оздоровление. Это очень интересно. Это, во-первых, недешево стоит. Это такое дорогое удовольствие. Сейчас вообще спорт это не для всех. Это дорого. Я имею в виду профессиональный спорт. Раньше кто угодно мог пойти, а сейчас нет. Это дорогое удовольствие. Уж кто угодно, кто попало, так профессиональный спорт мало кто попадет. Ну, что еще? Культура. Казалось бы, у нас есть телеканалы, в которых вообще рейтинг невысокий. Что там они там набирают там? Маленький рейтинг. Но канал культуры существует. Эти каналы существуют. Там камерные оркестры, там музыка, там что-то такое высокое. Смотрят там немного народу. Но меня радует, что это все-таки существует. Что еще? Это реабилитационные центры, там и детские, и взрослые. Тоже подъем такой небольшой есть. У нас много моментов есть. Либо о которых мы не знаем, либо не задумываемся, но они есть. Так же, как и советское, так же, как и в царское время. Есть что-то очень высокое, есть что-то попроще. Например, как поп-индустрия. Оно кажется, что она просто, и там все просто. На самом деле, а ну попробуй, а мы посмотрим. Что касается религии, тоже. Без фанатизма, но этот момент у нас тоже существует, слава Богу. И что в храмах хоть вздохнули, им дали возможность сейчас и восстанавливать, и реконструировать, и вообще как бы заняться, навести порядок. Государство отдает уже определенные какие-то храмы, которые там заброшены, там, в которых раньше склады были, или там, что там было там раньше уже, там никто ничего не помнит уже, ну, реставрируют. Как-то есть надежда, что не все так плохо, как кажется, на первый взгляд. Там все жалуются. А жалуются, что жалуются? А сами что сделали для того, чтобы было что-то? Ну, так все жаловаться так любим. Ну, а ты что-то сделал? Сразу задумается. Был хоть один раз в год в детском доме? Вот кто может похвастаться? Там взять 10 человек. Из 10 кто был? Из 10, может, один кто-то. А то и нет.